Зарядка и две тренировки в день. В таком режиме проходит рабочий процесс на базе Анжи-арены. В Каспийск съехались юноши из разных уголков России и стран ближнего зарубежья. Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан, а также Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Кызыл, Нальчик, Ростов-на-Дону. Совершенствовать свое мастерство и подготовиться к новому сезону в Дагестан приехали около 100 борцов. Тренировочным процессом руководят наставники республиканской сборной Арсланбек Алиев и Гаджимурад Мутиев. Стал старшим тренером. Практически каждый год проводил аналогичные сборы и в Хасавюрте, и здесь, в Анжи-арене. И привлекали большое количество детей, приезжих из зарубежных стран, местных ребят с разных регионов. Для наша задача, конечно же, пропаганда борьбы, здорового образа жизни, обмена опытом, укрепление дружеских связей. Здесь со всех регионов бывают, с разных стран общаются. Наши ребята же давно не выезжали на международные старты. И в связи с этим, я думаю, вот такие международные сборы, как бы, они только принесут пользу ребятам. Потому что в основном приехали азиатские страны. Казахи приехали, 3 состава. Вот. Первый состав приехал, который на Азии боролись, на первенство мира боролись казахи. Киргизы приехали, первые номера. Вот. Узбеки приехали, хорошие ребята. Вот. И наши ребята, да, вот, они первый, второй состав. Ну, ребята есть, да, неплохие. Наши ребята тоже на этих сборах есть. В распоряжении борцов просторный зал на 6 ковров и игровые площадки. Живут они в комфортных номерах. Кормят спортсменов вкусно и полезно. 3 раза в день. 12-летний Георгий из Санкт-Петербурга приехал в Южную Республику во второй раз. Понимает, что условий для профессионального роста лучше, чем в этом регионе, ему сейчас не найти. Очень нравится. Мы живем в стадионе. Можно сказать, там такие классные комнаты. И зал. Вот. 6-ковёрный зал. Это вообще классно. Первый раз в таком тренируюсь. Да. А питание, проживание как вам? Питание вообще бомбовое, вкусно все, вообще классно. Папа сказал мне то, что если мне понравится, если тут так вот действительно все хорошо, то мы будем раза 3 в год сюда приезжать. Ну, в будущем в лет 17-20 мы будем уже по часу сюда приезжать. Как-нибудь летом еще будем приезжать туда, и даже не на 10 дней, а на месяц. И так тренироваться будем. В составах азиатских команд победители и медалисты мировых и континентальных первенств. Сейчас у них межсезонье, но по итогам сбора они все планируют побороться на открытом всероссийском турнире среди юношей «Силач». Эти состязания с 20 по 22 октября здесь же, в стенах спорткомплекса при Анжи-арене, проведут во второй раз. Всего ожидается участие более 300 юных спортсменов. Раньше я не слышал, что горы есть много, да? В горах. В субботу на кросс будем бегать в горы. Впервые, да, в Дагестане здесь хорошо, тренировки мощные. Ребята все опытные, со всего Азии приехали, да, Казахстан. Хорошо, мне нравится здесь. Слышал, что хорошие борцы, очень олимпийские чемпионы, чемпионы мира. Пришел с желанием побороться с дагестанцами и получить хороший опыт от Дагестана. И сейчас готовимся на чемпионат Казахстана. Я первый раз приехал. Дагестан, все хорошо. Мне нравится такая тренировка, мне нравится. Расскажи о своей мечте в борьбе, в этом виде спорта. К чему ты идешь, к чему ты стремишься, как ты к этому идешь? Моя мечта олимпийский чемпион. Все дети хотят олимпийский чемпион. И я знаю, Угуев, мне нравится как бороться. Я хочу таким олимпийским чемпионом. Один из самых звездных участников сбора – Магомед Расул Магомедов. Известный в борцовском сообществе по прозвищу «Маленький силач» из Кирова-Ула, он тоже выступит на предстоящем турнире. Медалист первенства России проверит свои силы в новом весе – до 45 килограммов. Годом ранее он боролся на 2 категории ниже и победил с общим счетом 37-0. Пока таких главных стартов нет, нужно сейчас готовиться на этих стартах, чтобы поздно тоже не было, что мы готовы были. Что я смогу сказать? Тяжело, очень легко бою. Здесь очень тяжело. Пока только ребята начали тренироваться, им пока тяжело. Но я думаю, в конце этих сборов уже все придут в оптимальной форме. Я думаю, все ребята, которые пришли сюда, они получат только пользу, если они будут как положено работать. Решили от души потренироваться, потом от души побороться. Потом после Нового года все у нас начнет. И Дагестан, СКФО, Россия. Вот такие планы, короче.
думал так. Ребята, которые приехали из Казахстана, первый состав, я имею в виду тройка, и Кыргызстана тоже большинство у них в сборные идут. Ребята очень крепкие ребята. Вот сейчас я вижу на каждых весах, которые они привезли. Конечно, 100% сильные ребята не было, но большинство процентов у них ребята крепкие и сильные. Курбан Рагимов специально для vresdak.ru.